Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1531. События дня. Первое послание святого апостола Павла к Тимофею. 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». За 20 февраля 2020 года. Наше обращение о помощи старосты деревни. Кто помог купить комбайн? Ну, кто сколько может, показал данные. Может, кто-то целиком не поможет, а по частям хотя бы. Ну, вот пока нет никого. Игорь Александрович Барабаш. Вот, чтобы вы знали, кто такой, откуда. Вот. Просит не на поездки какие-то электронные тут кошельки. Игорь Барабаш, вот 4 видеоролика. Вот вчера я говорю, что со мной было. Заблокировали меня в этом... в чат рулетки, из-за того, что увидели, там система дала надпись, я показал Коран, и с той стороны, с другой, по-арабски написано Коран на русском языке. Вот и все. И наговорю, других просил, пошлите им, при беседе с мусульманином, что видно из ролика, система приняла священную книгу для мусульман Коран, надпись на обложке за рекламу. Просим вас устранить эту страшную ошибку и разблокировать нас, убрать бан. Ну и дальше Сергей пишет, Игнатов. Это переписка между членами нашего сайта. Вот такая. Вот какой-то коврик здесь пишет. Ну, если я быстро сильно листаю, тут курсором можно приостановить и прочитать.
Вот Ирина пишет письмо, интересное очень. Посчитайте.
Прошу помолиться всех, чтобы все благополучно было. Вот у меня как выглядит рабочий стол. Вот вообрази. И никак по-другому. Ставлю тут папки, с одной беру, в другую надо все замещать, а это уже не берешься, где попало. Вот фотографии, тут ко всяким вопросам обращаться, на все есть ответ. Это очень даже много. Но за то, что не спросят меня сегодня ночью, любую тему, сразу раз скопировал, все ушло, ну раз знаю. Осталось-то вот только маленькие, где вот, куда можно что-то поставить-то. Ну вот, вот маленько, как только закончишь читать, тут многое уберется тогда, насчитывать вопросы, ответы. А тут фотографии перенес сюда, вот Юрасова много. Вот так.